Karibusana. Karibusana means welcome. Ah, Karibusana. Welcome. Okay. Yeah. Karibu Kilifi, yeah. Welcome to Kilifi. У нас трансфер на лодку. Акуна Матата. Everything is good? Yeah, everything is okay. No problem. No problem. Jambo! Jambo Pana! Habari Gani! Suri Sana! Makeni! Sana is like very. Yeah. Kenya yetu. Акуна Матата. А это бухта, в которую мы заходили. Вот оттуда заход. Вот сейчас проходит как раз корабль, вот его видно, сзади за ним стоит лодка, и вот-вот-вот-вот, сюда-сюда-сюда-сюда, и вот мост, и прямо в яхт-клуб. Это дорога, которая идет в город Гориси. Да, это как раз свалка про курсу. Ну да. Без прикрас. Африка. Это типа рынка какого-то, да? Ну, он сейчас закрыт, да. Тут одежду секонд-хенд продают. Ну, тут маленький, мы идем на большой рынок, там много всего. Угу. Ты снимаешь? Да. Мы пришли в Best Coffee in Town. Будем дегустировать их латте. Здесь он такой в коридоре немножко находится, да? Это колониального стиля здание. Да. Все с арками, красиво, богато. Какой вкусный горох. Мы нашли горох по хорошей цене. And papaya. Мы нашли все, что искали. Рынок нам здесь очень нравится, потому что здесь хорошие цены, и все очень дружелюбные и готовы торговаться. Даже на Сережины условия согласны. Что редко бывает. Что редко бывает. Сейчас поедем через деревню кататься домой на пирс. Мы едем на тук-туке, такой тук-тук. Едем на тук-туке. Тук-тук – это наш любимый транспорт. Да как на Шри-Ланке. Очень полюбился нам на Шри-Ланке, и мы теперь пользуемся исключительно тук-туками. Дешево и брутально. Вот, видишь, что эти дома начинают? Где? Yeah. Ага. Мы уже приехали на пирс. Покажи тут эту рыболовецкую деревню сбоку. И лодочки. Какие шарманные лодочки. Мне нравится вот эта большая. Ну и остальные. Вот он идет, Сережа. Прикольная, да? Офигенная. Очень красивые, приятные на ощупь. Let's go to safari. Look at me. I'm going to safari. Look at him. He's going to safari. At me. Safari. Safari. No difference, huh? Ladies. What is it? Drinking and driving, my favorite! My shamarefu! What we should do? It is a... We have to clean our shoes. Just over there? Yeah, yeah. Like that? Yeah, just clean and not again. Oh, what's the reason of it? For the disease, foot and mouth disease. Ah, okay. Давай. Потопчись-то. Все, я буду плавать.
And is it the car also cleaning with that one? Yeah. Ah, okay. Like not really old. Муравейник. It is a lizard inside. Delicious food. Ah, okay, it's cafe. Guys, smiling. Да, открывай, открывай. Да, вот так. Да, да. Это стиральный порошок. Макаешь его? Давай, сливай воду. Это наш дом. Мы находимся в Кении на сафари. Сафари тур. Вернее, как тур. Просто это наших друзей дом. Мы приехали. Они живут в другом доме, а это просто у них есть такой типа локальный бизнес. И они нам его отдали в пользование. Короче, у нас вот есть бассейн. Два бунгало. Один и второй. Там живет Дианочка. Тут живем мы. Кирибусана на двери обозначает «Добро пожаловать очень сильно». Вот такой у нас сад. Вокруг горы. Африка очень засушенная. У нас даже есть импровизированный гараж с небольшим тентом. Там стоит машина наша. Если нет электричества, у нас дизель-генератор. Вода есть. Это кухня. Сейчас я покажу нашу кухню. Девчонки, привет. Привет. Вам тут нравится? Вам тут нравится? Да, такой классный климат. Класс. Диванчики. И кухня. Окон у нас... Нет, обзор дочери не буду делать. У нас такая кухня, есть там холодильник, вода кипяченая, окон нету, вместо окон сетки.
А теперь, девочки, скажите привет. Еще раз скажите привет. Вот, идем дальше. Дана, я твою комнату показывать не буду, я покажу просто нашу. У Дианы точно такая же, просто зеркальная. Здесь можно, если хочется, сидеть, можно даже поспать снаружи, с подсеткой. Так, заходим. Вот это наш номер. Постель. Такой потолок. Идем дальше. Это включается горячая вода, ванна, туалет, душ. Но самый большой прикол в этом всем, это когда сидишь на кровати или лежишь, и открывается вот такой вот вид из окон. И можно ночью наблюдать, сюда приходят дикие животные. Такие маленькие косули, они здесь называются тик-тик. Но живности очень много. Здесь забор проходит снаружи, а это все дикая территория. Поэтому эти тик-тики приходят, больших животных не приходят, хотя здесь уже мы видели и жирафов, и всяких непонятных косуль и прочее-прочее. Короче. Отвернулся так мало на мороз. Сейчас мы находимся в городе Мватате. То есть выглядит этот город вот так вот. Как обычный африканский городок, в котором есть там продуктовые магазины, всякие хардвер, ничего особенного. А вот это вот наше кафе, в котором мы сейчас кушаем. Что это у вас здесь такое? Картофель.
картошечка и чай с топленым. Чай с молоком, в котором плавает сверху жирочек. Но чай очень вкусный. Say hello. Сейчас я хочу рассказать немножечко про систему платежей, которая присутствует в Кении. M-Pesa. Это логотип самой платежной системы. Как это работает? У каждого в мобильном телефоне есть SIM application, независимо от того, смартфон это или обычный кнопочный телефон. Это система, внебанковская система, которая работает через мобильного оператора. Мобильный оператор является, собственно, банком и хранителем аккаунта. На твой телефонный номер ты регистрируешь с паспортом свою систему M-Pesa, прописываешь пин-код, и с помощью этой системы можно оплачивать абсолютно все счета и перечислять деньги между операторами, платить за услуги, за сервисы, абсолютно везде. Если же нужно снять деньги и получить кэш, это делается через агента, либо через банкомат. То есть в любом банке, в котором есть банкомат, приходишь, вводишь свой пин-код, тебе приходит смс-ка, вводишь с него данные с смс-ки, вводишь свой пин-код и получаешь деньги. То есть система настолько удобная, что возможно проведение платежей и хранение денег, оплачивание счетов за электричество, за воду, за что угодно через эту систему. Опять же плюс для людей – это то, что можно не носить деньги. Если в стране не очень спокойно, то возможность хранить деньги у себя на счету телефона, и даже не столько на счету телефона, сколько на аккаунте, и потом возможность восстановить свою сим-карточку и опять же свои все деньги оставить, это как раз преимущество данной системы. Теперь хочу сказать о том, как эта система появилась. То есть ее изобрели в Англии. Спасибо Антону, это мой друг через Facebook, который мне рассказал, как эта система работает. Изобретена она была в Англии, сейчас пилотно ее запустил Vodafone в Албании, по-моему, в Хорватии, но это не принципиально. Посмотрим, как будет развиваться история между банками и мобильным оператором. Вот опять же M-Pesa, можно платить за телевизор, купить, например, телевизор через M-Pesa. Везде эта платежная система присутствует. Вот за фотографии можно оплачивать M-Pesa. Вот мы пришли в кафе, опять же, они принимают M-Pesa. То есть здесь мы сможем это платить. Сейчас мы выпьем здесь чашечку кофе. Вот нам принесли счет. 1370 шиллингов. И сейчас мы будем их платить через систему M-Pesa. Идем телефон. Ой. Телефон. SIM application, M-Pesa. Вводим сумму, пин-код. Он спрашивает подтверждение, говорим да. Подтверждено. Это пришла смс-ка о том, что подтверждена оплата. И остаток по счету. Все, вот так вот работает эта система, очень просто, очень прозрачно. Вот так вот работает система M-Pesa, через которую можно платить абсолютно за любые товары, абсолютно за любые услуги. Мы сегодня ходили по магазинам, купили кикой и килограмм, или сколько, 6 манго. Вот. И в Кении официально запретили пакеты, поэтому тут сейчас выдается все вот так вот в газетках или в каких-то таких сумочках, вот у нас от каких-то детских вещей. В принципе, да, так что сейчас люди тут выкручиваются без пластиковых пакетов.